Прокуратура края проверит состояние дорог в Барнауле после массовых жалоб горожан на сильный гололед. Только с начала зимы на скольких улицах пострадало больше 1000 барнаульцев. Ежедневно в травмпункты с различными переломами и ушибами обращается с десяток человек. Алтайские средства массовой информации не раз поднимали проблему в эфире телеканалов и на страницах печатных изданий. В итоге прокурор Барнаула Владимир Елизаров организовал проверку по поводу того, насколько соблюдается закон при содержании уличной сети. В дорожной ревизии примут участие сотрудники районных прокуратур краевой столицы и полиция.